Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами в студии Алина Сазонтова. Ближайшие 10 минут о главных событиях города. Сегодня наш выпуск посвящен Олимпийским дням баскетбола. 8 и 9 февраля Десногорск посетили актеры фильма «Движение вверх», олимпийские чемпионы, заслуженные мастера спорта. О том, как прошли спортивные праздники, мы расскажем прямо сейчас. Актеры фильма «Движение вверх» на атомном тренажере. Творческая встреча в городском центре досуга. Финал школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет». Торжественное закрытие спортивного праздника в Десногорске. Гости Олимпийских дней баскетбола не только радовали своих поклонников интересными встречами, для них хозяева спортивного праздника тоже подготовили развлекательную программу. Сотрудники Центра информации САЭС провели для них экскурсию на полномасштабный тренажер блочного щита управления атомной станции. Актеры поделились впечатлениями с нашими журналистами. Актеры фильма «Движение вверх» Александр Ряполов, Егор Климович и Кузьма Сапрыкин с экскурсией посетили учебно-тренировочный пункт. Полномасштабный тренажер БСЮ Смоленской АЭС в точности отражает все технологические процессы работы блочного щита управления. Специалисты учебного центра провели для актеров небольшой экскурс в работу атомного гиганта. Гости проявили большой интерес к демонстрации процессов управления блоком. Лектор дал возможность актерам самим совершить некоторые переключения, посмотреть на результаты и почувствовать себя специалистом оперативного персонала атомной станции. Тот живой интерес, который вызвали эти манипуляции, объясняется тем, что профессиональный артист среди них только Кузьма Сапрыкин. Александр и Егор имеют в своем багаже технические высшие образования. Они охотно поделились с нами впечатлениями. Атомная энергетика – это очень интересно, учитывая то, что это высокотехнологичная производство электроэнергии и вообще вся эта история – это нечто-то волшебное. Посмотрите, вот как можно взять и попробовать немножко в игровом виде попробовать себя в виде оператора там, атомного реактора. Где еще можно попробовать, как скажем, не в учебном центре, здесь? Потому что там нам никто не разрешит взять там рычажок, подвинуть, чтобы опустить или поднять стержень. Интересно. Я как инженер, мне всегда было это интересно. Техника, технологии. И поэтому я как ребенок, когда попадаю вот в такие места, такая большая игрушка, где можно поиграть. Очень хотелось попасть, услышать вообще, как это работает, как это устроено, послушать все эти истории, потому что это какой-то такой мир, мне кажется, очень интересный, далекий, что-то связанное вообще с космосом. Вот лично для нас, для ребят, которые занимаются кинематографом. И, конечно, это невероятно интересная экскурсия. Я сейчас нахожусь здесь в таком полном шоке и понимаю, что я выбрал правильную профессию, потому что я ничего не понимаю, что здесь происходит и как это все сложено, потому что это очень интересно. Актеры попали на съемку фильма о легендарных баскетболистах не только из-за схожести со своими героями, сколько из-за опыта игры в баскетбол. С особенной гордостью они говорят, что играли без каскадеров и дублеров. 9 февраля в городском центре досуга состоялась творческая встреча с актерами фильма «Движение вверх» и олимпийскими чемпионами. Подробности далее. Встреча проходила в режиме «Вопрос-ответ». Пообщаться с актерами и олимпийскими чемпионами пришли ученики 4 школ Десногорска. Они задавали вопросы как о съемках в фильмах, так и интересовались взглядами актеров на жизнь в целом. Я человек, который в этот фильм попал в первую очередь, наверное, из спорта. То есть я человек, который 15 лет играет в баскетбол и... Я единственный не актер в этом фильме, изначально профессиональный. И для меня, когда однажды режиссер мне предложил сделать пробы и сыграть роль Алжана Жанмухамедова, для меня это было огромное счастье и такое, знаете, сказка, в которую очень сложно поверить, потому что никому не верится, что можно стать вот так вот раз и попасть в кино, и потом оказывается, что это такой большой фильм, и он всем очень нравится, и его все очень любят. Твое впечатление от этой передачи, она не только тяжелая по исполнению технически, она еще и символическая передача? Да просто я себе осознал, что это просто нереально. Просто сделать нереально. Не то чтобы там... К этому просто, ну, правильно говорит Иван Иванович, подготовиться к этому нереально. Это просто какое-то, видимо... судьбоносное какое-то событие, и мы снимали эту передачу, просто было сутки, целая смена, как я,
целый день кидал мячик через всю площадку. Дорогая Элина, скажите, какие чувства вы испытываете перед игрой? Я вот мандраж, знаешь. Такая мандражистка, а потом тренер как посмотрит, как скажет, сразу рукой, мандраж рукой снимает. Главное в этот момент слушать тренера, что он говорит. Не отвлекаться на мальчиков, не отвлекаться на трибуны. У тебя есть ровно 20 минут разминки перед игрой, ты должна подготовиться. И 40 минут, за которые ты должна выиграть матч. Ты можешь потерпеть? Вот это время 20 плюс 40, 60 минут. Можешь потерпеть? Да. Молодец. Значит, ты добьешься победы и успехов. Да, главное себя перебороть. Встреча получилась очень теплой, а общение актеров с аудиторией – глубоким и искренним. Мне очень понравилась эта встреча, потому что это незабываемые эмоции. Пообщаться с актерами, ну и настоящими спортсменами – это большая честь для меня лично и, я считаю, для всего нашего города, потому что в нашем городе очень популярен баскетбол. Продолжился спортивный праздник финальными играми школьной баскетбольной лиги «Казбаскет» в физкультурно-оздоровительном комплексе «Десна». 9 февраля в Десногорске проходил финал чемпионата школьной баскетбольной лиги «Казбаскет». Соревнования проходили в рамках проекта развития молодежного баскетбольного движения, инициированного руководством САЭС при поддержке властей региона и города, Центра спортивной подготовки «Динамо Росэнергоатом». Игры проходили в течение всего дня, на трибунах собралось много болельщиков. Чемпионат школьной баскетбольной лиги «Казбаскет» – самый массовый турнир в стране. Он проводится в нашем городе уже в четвертый раз. И лучшим подарком стал матч друзей актеров фильма «Движение вверх». В показательной игре помимо актеров приняли участие олимпийские чемпионки, мастера спорта, десногорские тренеры по баскетболу и дети. Очень понравилось играть в одной команде с профессиональными игроками, с актерами фильма очень кассового, очень интересного. В целом очень понравилось и ждем в следующем году еще такую игру. В программе праздника было много конкурсов и спортивных танцев. Актеры фильма «Движение вверх» приняли участие в награждении победителей и поделились своими впечатлениями о Десногорске. Очень хорошие, положительные, позитивные эмоции, очень гостеприимные люди здесь живут, очень добрые, очень приятно, что в таком маленьком городе так встречают, это классно, очень приятно. Я в восторге от того, как нас здесь приняли, насколько здесь активны в первую очередь детки, насколько они заряжают своей энергией. Мне кажется, что только в таком городе, где есть атомная электростанция, у людей может быть столько энергии, жизнерадостности, поэтому один сплошной восторг. Я очень радуюсь за деток, которые вот сейчас играют и могут насладиться этой атмосферой. Это действительно здорово. В итоге упорной и напряженной борьбы первое и второе место среди девушек завоевали команды Смоленска. Третье место – команды третьей школы Десногорска. Данил Евгеньевич Томиловский – наш тренер. Мы уже занимаемся около 4 лет. И мы долго шли к этому мероприятию, чтобы хотя бы занять пьедестальное место. И мы этого добились. Вот, и мы очень рады. Среди юношей первое и второе место у команд из Смоленска – бронза у Рославля. Олимпийские дни баскетбола завершились грандиозным красочным праздником. В нашем сюжете мы расскажем вам, как награждали победителей чемпионата. Завершилось большое спортивное событие в жизни Десногорска. 2 дня длился праздник, организованный при поддержке Центра спортивной подготовки «Динамо Росэнергоатом» и Федерации баскетбола в Смоленской области. Гостями в Десногорске были чемпионы баскетбола, заслуженный тренер СССР и России Евгений Гомельский, олимпийские чемпионки Ирина Сумникова и Светлана Антипова, мастера спорта международного класса Федор Лихолитов и Александр Фомин. Особым подарком для десногорцев был визит актеров фильма «Движение вверх» Александра Ряполова, Егора Климовича и Кузьмы Сапрыкина. Начался заключительный парад по строениям участников баскетбольных команд из Десногорска, Смоленска, Рославля и Вязьмы. От Десногорска спортсменов приветствовал глава города Андрей Шубин. Сегодня в этом зале выступало будущее России. Баскетбол – лучший вид спорта. С праздником! Председатель правкома концерна «Росэнергоатом» Андрей Журавлев также отметил, что в таких залах растет будущее российского спорта. Концерн «Росэнергоатом» в любом случае будет поддерживать все спортивные начинания, но без вашего желания ничего не состоится. Ведь наши великие победы и на чемпионатах мира, и на Олимпийских играх закладывают.
фундамент этих побед закладывается как раз в эти спортивных залы. Олимпийская чемпионка Ирина Сумникова сказала несколько слов напутствия молодым баскетболистам. Ребят, девчонки, вот что нас объединяет? Объединяет нас спорт. Сейчас нас объединяет баскетбол. Я хочу пожелать вам, чтобы вы никогда не забывали то, что вас объединило. Потому что спорт – это наша жизнь. Призовые места в финале игр школьной баскетбольной лиги «Казбаскет» распределились следующим образом. Девушки команды Десногорска заняли третье место. На втором месте команды из Заднепровья. Победителями чемпионата стали смоленские олимпийские резервы. Им предстоит играть в финале Центрального федерального округа. И если победят, они получат путевку в Евролигу, которая в этом году пройдет в Белграде. Голосование по выбору территории для благоустройства по проекту «Комфортная городская среда» завершилось 11 февраля. Более 6,5 тысяч голосов, а это 54%, отданы за реконструкцию парковой зоны между первым и вторым микрорайонами. Нужно облагородить. А тут что? И будет прекрасный парк. А по проекту «Любимый город» свой голос можно оставить до 15 февраля. В лидерах реконструкция фонтана. За него отдали 49% голосов. Вы можете проголосовать на сайте администрации города desnogorsk.admin-smolensk.ru, в интернете на площадках Десногорск, пресс-служба, Инстаграм, Фейсбук, Твиттер, ВКонтакте и по адресу desna-press@admin-smolensk.ru. Это все новости на сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала desna-tv.ru. Спасибо за внимание. До свидания.